Во имя правды и соврать не грех. Восьмое сентября 2007 года, 22 часа 16 минут по торонтовскому времени, и в эфире 90-й подкаст от канадского лося и компании. И не тот, и не там. Трам-там-там. I'm your father. Сегодня просто ужасные условия записи. Так как некоторые здесь играют, другие выпивать хотят. Кто? Вот, кто-то здесь должен работать. Ну? Вот. Это я. Ну вот, я говорю, нормальные условия. Вот. Я бухаю, Лёха играет, ты работаешь, ты все распределение должности. Да. И все хорошо. Все нормально. Вот. Мы сегодня много не пьем, а то нам постоянно говорят, что мы пьем, мы алкоголики, мы дегенераты. Вот. И вообще насчет травы тоже задолбали. А кто тут траву? Траву никто не курит здесь, правильно? Угу. Вот. Так на чем мы там остановились? Ах, да. Вот. А какая песенка там, я сегодня вспомнил, с голубого детства была? Какая там? Не, ну там этот какой-то... Там не, это не солнечный круг, это другая. Карусель. Это радость детей. Приходите в нашу карусель. Та-та-та-та-та-та. Там, где ты бегал вокруг этого тотема-то. Да. А у меня, если все получится, видео должно остаться, вот. И, возможно, я его даже порежу, и потом мы его, может быть, выставим как-нибудь в онлайн. Вот. Надо будет этот момент. Сильно много может быть. Ну, я не знаю, если, во-первых, оно там скомпрессировалось, если оно правильно записалось, потому что, я не знаю, Warcraft еще, по-моему, до конца не пофиксили все баги интерфейса. Ага. Вот, Ваня, например, сегодня нашел этот проглюк в Варкрафте. Только в следующий раз, когда ты такой проглюк найдешь, ты, пожалуйста, этот... О, господи. Ты, пожалуйста, флаг возьми, а потом проваливайся сквозь уровень. Чтобы игра уже так точно никогда не кончилась. А ты подумай, орденки будут уходить, приходить. А где флаг? А где флаг? А флага нет. Флаг спиздили. Что самое интересное, то, что когда я провалился через уровень, я постоянно двигался. Знаешь, что это значит? Да, что ты даже ничего не можешь этот каснуть, типа там. Ну, одно дело каснуть, а другое дело, что я away from keyboard не могу пойти. А ты, кстати, этот гейммастеру написал? Там ведь есть гейммастеры. Да, блядь, они... Гейммастеры. Они такие гей, что, блин, аж тошнит, блин. Я тоже одному от написал. От их любезности, блин. Ой, это такой кошмар, так тошнить начинает. Здравствуйте, как вы себя сегодня чувствуете? Не отрываю я вас от какого-нибудь важного занятия. Какое важное занятие? Я играю в игру. Какое это может быть важно? Хотя, может быть, Ваня, вот когда тебя отрывают от игры, это важное занятие? Порву. Ваня высказал свое мнение. Вот. Так. Кстати, что интересно. Кстати, ты знаешь, вот как назло, про траву. Вот тут товарищ написал. Женя, а ты не знаешь, где может травы достать? Прям сейчас пачки пришло. Слушай, ну вообще дурдом, что у нас люди подумают? Что у тебя за знакомые, Женя? Ну как, самолет? Кто еще? Да, самолет летать любит. Я его перенаправил к нашему общему знакомому и твоему соседу Асану. Так. Ну, расскажи, что у тебя было, а я пока отпишу обратно. Ну, что у меня было? Я пошел в рейд вчера. Значит, целый месяц долбился. Вот. Ну, и пошел, и меня любезные соседи вырубили с интернета. Я очень разозлился, и мы пошли, короче, в этот, бухать. Ну, пиво пить, я имею. Что у меня еще произошло? Я играл всю неделю, в классы не ходил. Я получил осад. Ну вот, вроде бы все. А самолет, я смотрю, все мозги полоскает. Ну, теперь он говорит, что его сейчас обманут, точнее, другое нецензурное слово, вот. О, ладно. Потом.
Вот, так, да, я тебе расскажу животрепещущую историю. Я сегодня проапдейтил свой лист. Оказывается, 9-миллиметровый пистолет в Виндзоре купить 450 баксов. Вот. Серьезно? Да, только сегодня узнал. Да тут одного товарища. Да ты сходи в даунтаун, там, там всякие... Ты что, Пола опять встретил? Нет, другого товарища. Они все, которые товарищи траву продают. Но я его встретил не потому, что хотел купить. Мне просто... Да. Сейчас расскажу историю. Это по делам было. Ты хотел перепродать ее. It's just a business, nothing personal. А, ты за стволом пошел, да? Вот, нет, ну так получилось, что я у него это... Я говорю, а что ты еще продаешь, кроме травы? Я говорю, ты там героин, кокаин. Он говорит, не, я это не продаю. Я говорю, оружие там. Я говорю, ты мне Калашникова можешь достать, типа АК? Он говорит, не, не могу. Я говорю, что ты вообще можешь достать? Он говорит, могу 9-миллиметровку достать. Я говорю, и сколько? Он говорит, 450. Я говорю, паленая, наверное. Он говорит, нет, в коробке. Ну, так подумал, да. Ну, там еще... Да нет, в коробке. В целлофановой упаковке, блин. Бодибэг прилагается? Ага. Боекомплект? Бодибэг. Бодибэг. О, хорошая... А я тут этот, новый этот, в английском слове выучил новый этот, как это, выражение. Знаешь, когда говорят кабриоле, типа кабриолет, а еще называют это то же самое дроп-топ. Дроп-топ. Ну, который этот, типа, дроп это падает, топ это... Ну, крыша улетает, крыша. Короче. Да. Понятно. В принципе, когда, типа, дроп-топ бенз. Бенз. Кабриоле. Вот, ну, короче, вся эта история началась с того, что я поехал за пивом. Вот, я подумал, что мы сейчас посидим здесь, запишем подкаст, тихонечко выпьем хорошего пива. А, и... это там, где тебя нахуй послали? Да, где меня нахуй послали. Вот, и, короче говоря, приезжаю, там какой чувак вот этот вот именно подбегает, говорит, чувак, я забыл свои документы, типа, знаете, там, ID показывает, что он совершеннолетний. Стоит мне 20 баксов, купи мне пиво. Я говорю, ну, ладно, типа, тебе какого? Он говорит, да я с тобой зайду. Я говорю, да не надо. Да не, я с тобой зайду. Ну, ладно. Зашли, он там выбрал пиво, я тоже себе набрал, подходим к кассе. А там эти товарищи его уже, наверное, знали. А он еще, кстати, по-моему, пьяный был. А-а-а. Да, в общем, на кассе он так, типа, ему не продавать, там, говорят. Вот, а я же вместе с ним стою, типа, я за все плачу. Вот. Он, значит, раз выходит за дверь, он говорит, там стоит продавец на кассе, говорит, ну ладно, типа, я тебе вот эти три бутылки, которые он хотел, не продам, а это продам. Подходит какой-то еще, видимо, более высокий менеджер, говорит, нет, нафиг, вот раз он решил этому купить, то ему тоже ни хрена мы не продадим, типа, вали отсюда. Вот. Ну, я не стал там спорить, так как там полицейский был. Ну вот, выхожу из магазина, за мной полицейский. Я думаю, ну, блядь, сейчас увидит, что я ему двадцатку отдаю. Но это, соответственно, это уже как бы этот... Ну так, сел в машину, ну, и как, да, это как бы evidence. Я к этому под пьян подхожу и говорю, давайте, типа, лифт дам до следующего берстора. Вот. Ну, типа, сел, поехали. Ну что мне, при полицейском двадцатке давать? Не, я... Это нафиг, evidence нафиг сразу. Ну вот именно, что, чтобы доказательства никакие не показывать, блин, идешь прямиком к своей машине, садишься и уезжаешь. Да, ничего доказать не могут, в принципе. Оставляешь себе двадцатку. Аникс. Да, я его довез до магазина, говорю, слушай, чувак, все, фокус такой не пройдет, иди нахуй. Он говорит, да, не проблема, чувак, вообще, я тебя так уважаю, чувак, там. Я говорю, ну ладно. Вот, ну, короче, он зашел в магазин, я не знаю, что он там стоял. А там тоже, кстати, в другом магазине, я в Бирштор поехал за место ЛСБО. Угу. Вот, там тоже полицейские стоят, там вся молодежь работает, там все молодые. Это не в ЛСБО, там все старики работают обычно такие. Ну, вот, да. А в Бирсторе там все обычно студенты. Такие, да. А там студенты стоят, там какой-то полицейский. Ну, в общем, там, по-моему, видно, я не знаю, там... Что он весь пьяный в задницу. Он, короче, такой стоит. О, да, я хочу пиво, там, дайте мне. Раз мы пробили вообще без вопросов, ID не спросили. Ничего. Хорошо живемся. Так вот, куда надо ходить без ID-то? Да. Понятно, будем знать. Хотя, не, я в ЛСБ тоже без ID ходил. Когда мне было 17 лет, или сколько там, 18? Да, тебе 18 было, помню, ты нам покупал. Да. Я выглядел очень старо, а сейчас еще старее. И вообще у меня комплекс не... А, вот и наши свинюшки поехали. Да не, я бы сказал, что ты даже очень полноценный. Спасибо, Ваня. Как я обожаю. Люблю, что ты меня любишь. И взаимно тебя люблю тоже. Такая взаимная любовь между нами. Да. Так. Ну, что у тебя еще по-хорошему произошло?
Да ничего, я же тебе понятно. Я же тебе говорю, опять целую неделю играл, ничего не делал. Прокурил все сигареты и деньги. На деньги купил сигареты прокурил. Я хотел бы посмотреть. Трава есть, а бумаги нет. Ну что, заворачиваем в двадцатки, да? Да. Я бы хотел на это посмотреть. Да ну нафиг, да блин. Трава травой, блин, а в деньгах там небось токсинов еще сколько. Да, кстати, там, к сожалению, это не с папируса сделано. Вот. Да, это было бы круто. Так, двадцаточку так. Навернул табачка. Да. Живем. О, господа, кто нам прислал беломорчика так, чтобы вспомнить хорошие времена? Вот. Но если кто хочет, присылайте, мы не возражаем. Да, беломор — это маза. Так, ну перейдем к комментариям, пока все не рухнуло. Легаси пишет, забавно. Но вот если раньше я вообще отвергал теорию некоторых, то на этом подкасте мне реально казалось, что укурились. Этот подкаст содержит ненормативную лексику. Поздновато. Ну не курим мы траву, мы не курим. Вот я не знаю, спросите кого угодно. Нам просто крыша поехала и все. Да, нам курить, в принципе, не надо. Да, у нас так уже все хорошо. Лучше не бывает, я думаю. Вот. Мы как-то курили, но это было очень давно, и после этого мы не курили вообще. Да, вообще не вставляет от этого. По крайней мере, меня. Да ну, меня нафиг сразу сон и все. Да, никакого кайфа. Покурил и спать зачем? Либо спать, либо сидишь и ждешь, пока это закончится. Думаю, блин, когда это все уйдет нафиг. Ты знаешь, я понял, что значит обкуриться травы. Это когда ты проваливаешься между уровнями и никак не можешь никуда попасть. Думаешь, когда же долетишь до куда-нибудь. Чтобы это все дело остановилось наконец. Блин, о чем я только что думал. Кстати, это был бы хороший эксперимент. Пыхнуть травы в Warcraft поиграть. Ну, в принципе, этот эксперимент можно поставить. У нас здесь есть желающие. Я даже... Кто-то тут про меня? А все это потом поставить на запись? Да ладно, уже есть задокументированный один случай, когда играли в Warcraft на траве. Лероя, помнишь? Лерой Джеркинсон. Советую всем посмотреть этот клип. Очень смешной. Но перед тем, как вы посмотрите этот клип, вам, наверное, немножко нужно... Warcraft поиграть, что ли? Ну, не, хотя бы понять, в чем там прикол. Потому что вся идея в том, что там, ну, в Warcraft, кроме обычного просто бегания туда-сюда, выполнения квеста, убивания монстров, вот, там еще есть рейды такие, довольно-таки сложные вещи. Там очень нужно... Там как очень сильная командная работа и очень много народу. Должны действовать фактически синхронно. Вот. И поэтому, когда некоторые товарищи вот так вот обкуриваются, как в мультике, вот, и потом... Ну, в общем, посмотрите. Да. Так и называется. Лерой. Я не знаю, как это спелится. L-E-E-R-O-Y. Лерой. Ну, Аня потом в шоу-ноты все это напишет. Вот. Ну, в общем, не курим мы траву, просто башню снесло. Так, спасибо за подкаст. Прикольная фишка, где в конце на самом деле будет так, неудачные дубли. Да, ну, может, у нас и здесь будут неудачные дубли. Мы еще не знаем. Вот, это по ходу записи. Вот. Да не, у тебя все удачно. Все относительно, поэтому можно все рассматривать такой... безгранной, этот, многогранной матрицы. Вот. Витекс, я думаю, так пишется. Точнее, читается. Витекс. Пишет про... По мне так Витекс. Ну ладно. Ну, смотри, как читать. Все относительно. Так, практически вчера первый раз вас услышал. Скачал всего 3-4 подкаста. Реально у нас выходит очень классно. Это надо было видеть, как шел по улице и улыбался. Иногда просто ржал с ваших рассказов. Большое спасибо. Есть такой вопрос. У вас все подкасты на русском? Есть и на английском?
Пока что все подкасты на русском, вот. Я думал делать подкасты на английском, я уже об этом... Что, офигел, что ли? Не, ну я думал на английском делать, но я думал делать такой бизнес-тек-аналитический подкаст. Вот, и, к сожалению, делать я его с Ваней не собираюсь. Правильно. Да. Бо я делать, я ничего не буду, блин. Вот, думал я, может быть, этим заняться в следующем году. Поэтому я пока что не знаю, все это висит в воздухе. Я еще пытаюсь этот подкаст облагородить. И желательно, чтобы кто-нибудь нам наконец сделал бы джингл. Вот, спасибо всем тем, кто нам уже прислали лого для подкаста. Вот, а джингл был бы еще лучше. Так, очень хотелось бы послушать. Удачи, буду качать предыдущие выпуски. Хотелось бы побольше фактов о Канаде услышать. Это тяжело. В Канаде все тускло. Поэтому факты... Ну, какие? Если только этот, такие уличные факты. Вот, а так... Да, но уличные факты, опять же, особо не замечаются, потому что мы уже здесь давно жили. Вот да, я... уже все, блин, одно и то же. Ну, одно и то же, уже как-то привыкли, уже... Смирились. В конце концов, с чем здесь смиряться, блин? Ты в России смиряешься, когда тебя на каждой неделе грабят, блин, подъезда. С этим смиряешься, блин. Да, здесь совсем скучно. Повеситься, что ли? Зато будет этот, как это называется, newspaper headline. Ну да. События, блин, на целую неделю будут говорить. Он повесился. Почему он повесился? О, ёк твою налево, блин, нашего канадского, блин, этого военнослужащего забомбили в Афганистане. Вот, там, походу, я сам по новостям так, ну, как там писалось, что... Там, короче, целая делегация собралась, и его тело сам встречали. Блин. А что такого грандиозного? В общем, это он не один там гибнет в Афгане-то. В Афгане. Не, ну да, в Афгане. А, да? А, ну, ёшкин кот. Еще придумали, а? Сунуться в Афган. Им опыта СССР, видимо, не хватило. Решили повторить... Мы вам принесли гамбургеры и картошку. Аллах, акбар. Не, ну я удивился на самом деле, что из этого такую шумиху как бы сделали. Ну, статью написали. О, наш последний мертвяк, блин. Последний? Ну да. Из всей канадской армии. Последнего солдата убили. Ну, это самое. И в последних новостях. Умер еще один. Встречаем! Я не знаю, это богохульство вообще, Вань? С точки зрения церкви, это богохульство или как? Ну. Или честь? Ну, с одной стороны, это честь. Это честь, типа, более или менее. Но, с другой стороны, блин, нафига показуху из этого устраивать? Ну да, умер еще один, блин. Ну, не суйтесь туда, и все. Действительно. Мне иногда, конечно, хотелось бы узнать, что они туда сунулись. Кто его знает, блин. Ну, нефть они там качать не будут. Пискипер, ёк твою налево. Пис? О, е. Ну да, держат они этот пис, блин. За яйца. Да. Песка, наверное, не хватает импортировать. Засыпать наши местные пляжи будут. И песочницы, да. Я предлагаю действительно внести этот... На рассмотрение в Конгресс, или как у нас там называют, парламент. У нас парламент. Вот, как раз внести. Раз, поскольку мы уже там, то можем подогнать судно, начать оттуда песок этот импортировать. Ну, чтобы так, пляжи сделать. Например, здесь в Виндзоре хотя бы. Прямо в Детройте. И сразу появятся мутанты. И Человек-паук. Что еще из новостей? Ну, интересная новость, то, что какая-то служба там симулировала пронос в Америку этот чемоданчика с ядерной бомбой. И как, удачно? Удачно. Я тоже думаю, удачно. Вот. В Америку? И они даже вот в статье, они такие все удивленные были, да, там типа описывали всех, все такие, о, блин, да не может того быть, да что такое? А вот по-моему, это уже не первый раз они делали. Если честно, дали бы мне бюджет, я бы туда хоть ядерную субмарину перетащил. Прям через границу, блин, в чемодане. А что это такое? А то мой домашний кит, блин. А что, прицепить прицеп, там то все. Что везете? Кита.
В зоопарк. Не, ну ты же знаешь, что это, мы сейчас будем раскрывать как это, государственную тайну США и Канады, поэтому если мы не выйдем в следующий, на следующей неделе в эфир, значит, нам крышка. Вот, значит, не секрет, что если поехать, по-моему, куда там, севернее, южнее, туда дальше, туда, в сторону Сарнии, это какое направление? На восток. На восток, во. Вот. Северо-восток. И, да, там граница еще хуже охраняется, а если еще повыше поехать, или восточнее, извиняюсь, вот, то там вообще можно спокойно переплыть. Я не знаю, я слышал, с Монреаля сам тоже гоняли неплохо. Ну, там, я тебе говорю, там можно, наверное, флагман пригнать целый этот, или я не знаю, там, какой-нибудь этот... Мы когда жили в Монреале, короче, самое, нас батя возил это, недалеко от границы и показывал, там стоит какая-то грёбаная будка, честное слово, как у нас, шлагбаум, стоит, и подань собирает за проезд. Дюк твой налево. Я так посмотрел, это граница? Да, это граница. Вау. Да, и спокойно можно так вот все перевести. Поэтому, если вас интересуют какие-нибудь нелегальные поставки, обращайтесь. Устроим. Все устроим. Перевозим все. Вот. Да, бутонили, лицензия будет. Жень. Самолеты по запчастям. Достал бутылочку, угости соседа. На. Мерси. Вот. Что еще у нас хорошего навалило на этой неделе? Ну, то, что нас на таксах обдирают, ты говорил. Оу, там таксы, это классно. Да они идиоты, не успели потратить все эти бабки. Значит, в том году сколько они у нас с налогов с нас содрали? Там налог... По-моему, было около 600 или около ближе к 700 миллионам. Чего? Нет? По-моему, да. Гораздо больше, блин. Так, ну ладно, ты рассказывай историю, а вот не, я сейчас это посмотрю. Там, короче, это самое, они перебрали, по-моему, 2.4 миллиарда долларов из-за повышенных корпоративных таксов. Вот, а потом еще они... О, корпоративные таксы даже повышены? Да, они повысили это самое. А, нет, 1.4. Этот, миллион. Да, извиняюсь, я ошибся. Никаких миллионов нет, там миллиарды. Вот, ну, биллион, извиняюсь. Это только за последний квартал, что ли, еще что-то в этом духе. Ну и как, они не успели все растратить? Не успели, вот ты представляешь? Вот... Слушай, нам надо нафиг кидать весь университет, идти в political science и туда. Кстати, я тебе посылал еще другую статью, тоже очень интересную, где они там ругаются, что это самое, из Канады увозят эти рабочие места. А, правда? Ну, с чего бы это? С чего бы это? Действительно. Сначала не повысили корпоративный такс, ограбили всех до невозможности, не успели даже потратить. А потом, ой, бизнес что-то уезжает из Канады. Интересно, почему? Да. Надо сделать ресерч. На ресерч мы отвалим еще пару биллиончиков, а потом придут к решению какому-нибудь. Ну, действительно, что удивляться? Что надо драть больше такс. Да. Почему люди едут в Америку работать? Ну, действительно, почему? Непонятно. Интересно. Наверное, потому что там сигареты дешевле. Точно. А то вот здесь пойдешь в магазин 10 баксов, туда пойдешь в магазин 5 баксов. Репа почешешь, особенно с теперешним состоянием, что это самое, что канадский доллар выше американского. А мне еще нравится этот Royal Mounted Police. Мне тоже чешут репу. А почему так много нелегальных сигарет продается? Действительно, почему? Я не знаю, почему такой большой спрос на них, ты знаешь, я вот не могу осознать своим студенческим умом, не догоняю. Не знаю, в 4 раза разница. 120% налогов, может, в этом проблема? Не, наверное, не в этом. Не, это же канадцы, это все козлы, это все эти маленькие арабы, которые держат эти маленькие магазинчики и продают народу всякое говно. Да, они хотят подорвать экономику Канады. Именно, это все терроризм. Да. Все. Экономический терроризм. Давайте в Афган еще. Арабы, все. Давайте в Афган еще солдатиков пошлем. Давайте. Пусть они там всех их перестреляют. Боролись с коноплей. Или что там у них? Поставки героина по всему миру. Выжигали коноплю. Смотришь, цены на сигареты упадут. Действительно. Дурдом, конечно, происходит. Правда, здесь... А на растрату налогов, господи, я тебе серьезно говорю, меня бы туда взяли, я бы им столько проектов накатал, да, куда можно бабки всунуть, да так, чтобы еще не высунуть.
Вот мудаки там работают. То же дело в России, блин. По жизни недоплата. Куда деньги делись, не знаю. Не, ну в России хоть нормально растаскивают все по полной программе. А тут? Что за хреновня? Налоги собрали, а... Блин, последняя бутылка. Да, работать не умеет. Вот. Что у нас еще там было? Из новостей интересных в этой неделе. Да. Буш на последнем издыхании рвется куда-то. То, что Буш там рвется, блин. Да, он там что-то какую-то конференцию по предохранению природы, бля-бля-бля-бля-бля-бля. А это, это самое мазовое. Это, значит, как это называется? Ну, то, что там Гор на себе волосы рвет, а-ля, давайте. Хотя, если так посмотреть, это тоже весело. Гор говорит, значит, все могут... Я не знаю, если кто смотрел Гора презентацию, советую посмотреть. Как оно там называется, дело? Inconvenient Truth, да. По-моему, фильм называется. Советую посмотреть. Вот. Но очень весел тот факт, значит, что, значит, Гор говорит, о, каждый из вас может, типа, сделать make a difference, изменить что-то. Переставайте дышать. Вы что там, углекислый газ производите? Хотя, кстати, Ваня, ты знаешь... Как ни прискорбно, но я с тобой согласен. В принципе, если взять сейчас половину населения вообще планеты перебить, или, например, вот Китай подчистить хорошо, ну, Штаты тоже можно. Зачем Китай? Индия. Индия сейчас перегнала Китай. Ну, да? Хорошо, Индию, Китай, можно еще половину Штатов. Штатов много народа. Мне не нравится коричневый, блин. Я вообще не расист, но... В России сами вымрут, там и так все уже. Копыта отбрасывают. Не, ну там серьезно, там рождаемость меньше, чем... Туда главное... Увеличить поставки стеклоочистителей, все нормально будет. Да. Светоочиститель Святогор. Вот. И, значит, ну, кроме этого прискорбного факта, если, значит, этот Гор говорит, вот, типа, каждый из вас может что-то изменить, используйте меньше электричества, значит, используйте экономичные лампочки, там, ездите на более экономичных машинах. А если посмотреть на все это дело, то сам этот товарищ, в общем-то, не сильно экономит. Если посмотреть на его рацион ежедневный. Да, то есть я вполне уверен, что он на гибриде не ездит. Вот. Я вполне уверен, что лампочка у него дома тоже не этот. Так не он же политик. Да. Вот. Но лучше всего не то, что там наш любимый этот Кустик встал и начал что-то там говорить. Буш. Вот. Нет. Самое прикольное то, что... Товарищ Кустиков. На, товарищ Кустя. Проблема в том, что это только Штаты не вошла ни в какую вот эти вот экологические программы, которые были предложены. Нет, они там, кстати, говорили, что типа вот, вы хотели, вот чтобы Штаты вошли, вот мы и начали что-то делать. Че, как мало? Ну, никто из нас, значит, нет, сам несовершенен, ну, мы типа как стараемся. А в принципе, все, что надо делать, не надо нафиг экономические, никакой экологические программы вступать никуда. Надо еще больше этот, цены на бензин поднять. Зачем мучиться? Зачем этим тупым... А, в смысле, людям это, в Соединенных Штатах Америки. В принципе, как и всем остальным. Что, есть много умных, что ли? Вот, объяснять. Вообще, умным еще тяжелее объяснить, чем тупым. Потому что они все думают, что они такие суперумные. Да. Вот, надо просто взять и поднять еще вдвое этот, цены на бензин. Что, упал, что ли? А ты знаешь, как вот эти вот все вот эти вот пердящие траки огромные, которые катаются непонятно зачем? Да, ну, когда экономика штатов, блин, пойдет па-па-па-па-па. Зато экология будет хорошая. Я тебе гарантирую, сразу все в раз пересядут на это японские машины. Вот. А еще худший вариант на гибриды пересядут. Не, давай лучше изобретать, короче, это самое, 10-литровый движок, у которого будет суперэкономичность. Да. И все будут кататься на мустангах с 10-литровыми движками. А в принципе, можно, да, действительно, взять этот, поставить туда 10-литровый двигатель. Вот, потом, значит, туда добавить определенные технологии отключения этих цилиндров. Вот. В итоге, чтобы это дело все само ездило. То есть там включалось-выключалось, чтобы не было, как это в грузовиках, там же это, дергаешь, как он называется, свитч, переключатель. Угу. Вот. Нет, а он само. Вот. И в итоге, когда ты на газ нажимаешь, они включаются, а потом вырубаются. Включаются, вырубаются. Да, такая технология уже давно была. Вот. Или вообще, чтобы они не включались.
В итоге с 10-литровым двигателем будешь ездить на двух цилиндрах. Красота. Ну скажи, что не решение, а. Да, и все. И самое классное из этого решения, то, что ты приедешь кому-нибудь домой, вот к своим друзьям или знакомым на парте, у меня 10-литровый двигатель. И все сразу слягут. Ну, кого-то действительно волнует, что там только два цилиндра работают из тех же 8 или 6. Какая разница, правильно? Главное показать свой мустанг и сказать, что у тебя этот 10-литровый. No. Правильно. Вот. Это, все же на самом деле не в том, что у тебя там этот... Все это на самом деле просто показуха. Показать, что у вас есть. А дальше... То, что вы водить не умеете. Это никого не волнует. То, что машина сама справится. По себе. Действительно. То, что машина говно, это тоже никого не волнует. Вот, так главное, что она большая и рычит. Самое классное в этом мустанге, что надо сделать для вообще, это чтобы, значит, вот эти цилиндры, которые не работали, чтобы там бензин поступал. То есть жрать он будет как раз на все 10, а ехать будет как этот. Как Королла. Нормально. Это хорошее решение. Да, тогда потребление бензина будет хорошее. Экономика пойдет вверх. И самое главное, Том, мафлер прицепить погромче, чтобы она рычала хорошо. Ну да. Вот. Такой, знаешь, пошире, что-то. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я предлагаю сразу вывести 4 отдельных трубы. 2 уже мало. Об одной вообще говорить не стоит. 2 вперед, 2 назад. Чтобы слышимость была. Не, значит, с одного цилиндра одна труба, с другого цилиндра другая, а все остальные это бензиносточные. Чтобы потихоньку туда. Да, потом потихоньку их подключать к бензобаку и говорить, что мы повышаем экономичность. Но это уже будет следующая модель. Ну да. Сперва одну, потом вторую, понемногу. Апгрейдим. Чтобы дальше покупали. Ну, короче, Америка борется за экологию. Или Буш пытается сделать домашку в последний день. Да. Ну что, мистеру Кустикову мы... Так, кстати, что интересно, опять же, я тебе говорил про этого. Как у немецкого представителя, он там говорит, чего вы слушаете, блин. Его все равно скоро снимут. Ну, Буш скоро уйдет свой последний поход. Так что, это нормально. Это ж не наш этот... Владимир, красносолнышко. Свети нам ярче и подольше, да? Вот. Так что... Что будет? Кастро номер 2? Да. Греться с ним еще долго. Кустика все срубит и... Да, нагревать он нас-то еще будет. Долго. Ну, не нас. Не нас, в частности. Да на бумагу его пустят. Ладно. А что, ты действительно там устроиться в офисе каком-нибудь, опять же, государственном, будет там работать. Не знаю, кому нафиг сперся, но ладно. Вот. Ну что, перейдем к шоу-нотсам, или у тебя еще что-нибудь есть интересное? Да не особо ничего. Я тут в интернете нашел абсолютно мазовую вещь. Да-да, я слушаю. Телефон в виде часов. Я об этом мечтал всю свою жизнь. В смысле, это часы, ты одеваешь их как часы, но это телефон. И как работает? Не знаю, он этот китайский телефон, вот, и только он в Китае. Вот, и то, что успели там информацию нагазывать, типа у него там и Bluetooth есть, проигрывание мультимедиа, проигрывание файлов. В общем, у него полный комплект. Почти ничем не отступает, единственное, камеры нет, вот за это надо убить. Желательно 5-мегапиксельный. Меньше просто смысла не имеет, мне кажется. А 160-гигового харддрайва это не стоит? Не, ну надо подождать чуть-чуть. Ага. Хотя бы там USB сделали, чтобы этот external подключать. FireWire. Лучше FireWire, действительно. Экран убирается, туда вставляется FireWire. И все, и поехали. Вот. Не, ну вообще, я здесь не могу понять, почему до этого раньше не дошли. Ну хорошо, камеры нету, но телефон все равно хорош, наверное. Я не знаю, по мне так есть лимит от того, насколько можно уменьшать девайсы. О, поверь мне, лимита нету. Они будут уменьшаться, и скоро мы будем просто с ними рождаться. Имплантировать будет? Да, запросто, я тебе гарантирую, запросто. Вот, на этой неделе, вот и пьяные соседи. Вот.
Вот. На этой неделе или на той неделе, на какой, у меня отрубили на целых 3 дня интернет. Вот. Что было неприятно, у меня сайт валялся в дауне. Так что, кто пытался зайти, извиняюсь. Вот такие нехорошие у нас люди здесь. Да. Я вообще не понимаю. Некоторые качают, блин. Да ничего не скачал. Ну, может, там наверх чуть залил больше нормы. Бывает. Ну, а вниз я почти ничего не качал, по-моему. По статистике не вроде. Помню. Не помню, да. Вот. Не помню, значит, хотя, не было. Хотя, знаешь, какой прикол? Вот это тоже монополия в Канаде, господа. Вот это чистая монополия в Канаде. Значит, если вы хотите DSL, что, в общем, не особо рекомендуется, то, в принципе, здесь есть несколько компаний, но в итоге это все равно все сходится к Bell. Да, все равно вся одна компания. Потому что телефон предоставляет только одна компания, Bell. Звоночек ты наш гребаный. Вот. Да. Дальше... Колокольчики. Колокольчик, да. Дальше, значит, у вас еще выбор, это кабель. То есть, по этому телевизионному кабелю. Что, в принципе, намного лучше. Значит, компания называется Kojiko. А с ними вообще все здорово. За $50 вы получаете, что там, 10 вниз, этот, где-то пол мегабита или там 0.6 мегабит вверх. И, значит, у вас лимит, по-моему, 60 гигабайт. Я прав? А, да, да, сейчас они подняли. Раньше вообще была хана. Раньше было 30. Нет, до этого вообще было 15. Потом они подняли до 30, сейчас до 60. И то, слава богу. А то с 15 вообще заколебались. Скачал пару мультиков и все, блин. Тебе уже это самое... Вырубает интернет, звонишь им, что такое, блин, ты скачал много. Ёб твою налево. Вот. А, например, в этом замечательном городе Виндзоре, кроме этих двух провайдеров, в общем, по большому счету ничего нету. А за Виндзором есть еще один интересный провайдер, называется Rogers. А. Вот. И этот Rogers за те же $50 тебе, значит, дает, по-моему, то ли 12 мегабит вниз, 1 мегабит наверх и еще 80 гигов общего трафика. Обгоняет. Обгоняет. Но только в Виндзор его не пустили. Ха-ха. Ну, вот так. Монополия, социалистическая надо... страна Канада. Социализм так и прет. Да. Изо всех щелей. Отобрать у богатых, недоплатить бедным. И все нормально. Социализм полной лопатой. Вот. Я тут это тоже смотрел. Новости из ряда Apple. Новые макбуки. Ходят слухи, что новые макбуки выйдут. Серьезно? Кто-то сделал... Чего это? Ну... А то они их каждый год не выпускают. Вот. А нет, там какое-то обновление, но кто-то, наверное, прикололся, я не верю этим слухам, но все же. Там показали новый макбук с тачскрином, то есть все как на айфоне, о котором мы еще поговорим. Вот. И типа там это... Аля. Что? Ну, типа, это лэптоп, но только с тачскрином и, в общем, с такой же, типа, технологией, насколько я понимаю. Ну, нафиг он тебе надо? Ну, в общем, мазово. Если честно, очень мазово. Думаешь? А я думаю, заклебишь этот экран протирать. Это правда. О, вот тут я бургер кушал. А, это рыба осталась. Он еще свежая. Жирные пальцы по экрану, там тарам-тарам. Вот. PowerPC процессором семейства PowerPC пришел пиздец. Вот. Со следующего релиза операционной системы, то есть 10.6. Они вообще не поддерживаются. Apple это уже заявила. Вот. Новая система, которая выходит. Да, недолго у них занято. Да, а что, они будут продолжать, что ли, старый девайс поддерживать? Ну, то что? Ну, действительно, уже сколько? Уже год прошел. А, по-моему, больше. Не используют. Ну, что-то да, в этом роде. Вот, и еще тоже офигенно хорошая новость. Леопард не будет гоняться на ваших старых PowerPC. До 800 МГц можете wave goodbye. Так что... Виста номер 2. Пьяч. Вот. Ну еще, о Висте еще можно долго говорить. Вот, а теперь это для кардеров. Для кардеров. Это будет интересно кардерам. Значит, я читаю эту книгу, большое спасибо. Ахтонпу мне прислал книгу. Я ее читаю, значит, там было вкратце описано, как обычно кардеры получают свои эти, как он называется, заказанные на ворованную кредитную карту вещи. Вот. Ну, короче, значит, я расскажу один из способов, который называется residential. Как это по-русски будет residential? Ну, как?
житейская. Блин, это местность, где проживают люди. Они... Ну да. Есть местность, где фабрики, то есть это industrial называется, а есть вот это вот residential, там, где только люди, никаких фабрик и говна. Вот, в итоге... Вот один из способов, значит, найти заброшенный дом и заказать все туда. Прийти, почистить там все вокруг, чтобы выглядело так, как ты, типа, там живешь, и написать записочку, а-ля уехал в магазин, трали-валь. Чтобы она там висела 3 недели. Да. И каждую ночь, естественно, ночь, обязательно ночь, надо проходить, смотреть почту. Вот, ну, неважно. Я нашел новый способ. Надо заказывать FedEx. Причем очень классно. Можно вот... Я, например, что случилось, ко мне тоже привезли этот... доставка была с FedEx. И, в принципе, они должны были взять мою подпись. Ага. Вот. В итоге, что получилось, у меня, естественно, дома не было. Они оставили все это дело у меня, этот, записочку, что мы здесь были. Вот. Ну да. Позвоните туда-то. Вот. В конце концов, я приехал в FedEx. Вот. И я, значит, обычно ты им должен показать свое удостоверение, типа... Ты – это ты. Uh-huh. Я им показал студенческую карточку, где не написано, в принципе, моего адреса и вообще ничего. Да и подделать ее, как два пальца об асфальт. Вот. Или... Ну, неважно. В итоге ты можешь так спокойно заказывать, приезжать. Единственное, там надо будет как-нибудь одеться чуть-чуть по-другому, потому что или рожу себе подправить, не знаю, макияж наделать. Потому что там камеры стоят, тебя могут всегда протрейсить. Вот. Но, в принципе... Никаких проблем это. То есть ты так, ну, приезжаешь, да. И... Студенческую карточку показываешь? Да, никакого адреса там не написано, вообще ничего. И знаете, ее в принципе... Как у нас студенческие карточки на чем печатаются? На какой-то маленькой машинке. Я видел, я в университет ходил. Там, значит, делают фотографию буквально сразу на это digital камера. Вот, заходят, на компьютере быстро вставляют уже в этот... В темплейт. Вот, и сразу отпечатываю на такой маленькой машинке, которая продается, в принципе, в любом магазине. Да фиг, это устроится работать, блин, на самом. И все, до самого дела. Ну вот, в общем, еще... Фиг, там же те же самые студенты работают. Ну да. Ну вот вам еще один способ, как можно это. Вот, в интернете я еще нашел офигенный клип, советую всем посмотреть, будет в шоу-нотсах этот, как Photoshop установили на этот iPhone. Советую, я не буду комментировать, просто советую всем посмотреть. Очень хорошо, действительно. Смеяться будете долго. And a little bit more, we're almost there, almost, just a little bit more, and a little bit more, here we go. И что там обрабатывали, картинку, блин? Да, там, еще чуть-чуть покрутим, и еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. В общем, посмотрите. Во, мы уже в районе носа. Подождите, почти там, о! Глаза. Теперь убираем красные глаза. Один. Так, теперь крутим к другому. Ты не слышал про NBC? Это большой провайдер контента видео. Ну. В Америке. Ну да, 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 да. Вот. NBC очень долго собачил с Apple. Ну да, они это самое хотели. Они же подняли цены на свои передачи, то, что продаются в этот. Как он там? iTunes. iTunes продают. Да, iTunes в общем, Store. Они по бабкам, как обычно, не договорились. Вот, в итоге NBC сказала, они пошли бы вы. Apple сказала примерно то же самое. Вот, и они все типа а-ля разбежались. Но при этом новый сезон какого-то телешоу называется Chuck. Вот, они этот вывесили на iTunes. После и, всего и этого... почем? Ну, по старой цене, как по обычно. Старому? Да. Классно. Есть, все как это. Значит, NBC проиграл. Вот народ там WTF вопросительный знак. Вот, также нашел прикольную рекламу от Nissan. Вот, очень веселая там машина. Ну, тебе надо будет посмотреть. Тоже дам все это. Вот, еще тоже был на этой неделе очень большой хасл с этим Su Domain. Господа, кто-нибудь хочет догадаться, что такое Su? S-U Domain. Давайте. Ну, студенты, ну, рабочий класс. Ну, кто-нибудь, ну? Да, бабе, я... Ну, господи, ну, роди уже. Я бу? Ну, хорошо, я тебе даю, это совсем родненькое. Это родненькое, Ваня, это родненькое. Ладно, вторая буква в первом слове. Оу!
Совет Юнион? Да. Domain Soviet Union. Советский Союз. Forever. Вот, короче говоря, этот несчастный домен пытались уже долго похоронить. Наследство осталось. В общем, ну, как говорится, да. Социализм им, конечно, не похоронить. Вот. Они его долго пытались похоронить, после чего цены на SU домен упал, и резко все стали покупать его. В итоге он опять ожил. Да, не убежать им от этого. Блин, купишь, что ли, тоже, а? Да, кстати, я тоже об этом думал, ты знаешь. Soviet Union. Хотя как могу место его прилепить? Не знаю, я бы себе веб-сайт завел. Вано SU. Причем там, ну ладно. Ну, в общем, господа, да, кстати, для вашей, опять же, информации, судомейн, это значит, все это дело в России менеджится а-ля каким-то университетом или каким-то там бюро, я не помню точно. Вот, поэтому все, кто хочет поддержать Россию, вперед покупайте этот судомейн. Вот. Ну, давай уже тогда прокатимся еще катком по Висте. Чао. Ну, по Висте, давай. Мы уже пройдемся по полу, прошлись. А что там про нее говорить? А кстати, ты знаешь этот... Мы в прошлом подкасте говорили, что блин, тут уже объявления висят, блин. Ну, я не помню. Ну, то, что объявления висят, блин, заебла Виста, блин. Звоните нам, мы поставим старый добрый XP. Да, сколько народ до сих пор не хочет переходить. Виста, какая грандиозный успех Microsoft. Хотя именно сейчас им на это все дело постарать, Halo 3 вышло. Вышла Halo 3. И работает только под Vista? Я не знаю, почему. Не, она на Xbox. Ты чё? А. Ты чё? Это же Xbox. Ну, исключая тот факт, что все эти Xbox горят как жопа. В смысле, ты это, 360 или как это называется? Да. 180. Вот. Идем вперед, нет, назад. Я слышал историю, когда этот в день по несколько Xbox'ов притаскивали на FedEx. Отправляли обратно на починку. В общем, горят они как свечки. Вот, медленно, но верно. Но, в общем, это большой бум. С этим всем Halo. Да, в Warcraft, ты, кстати, я помню, орали, блин. А тоже там? Туда дошло. О, блин, ты чё? Там все орали. О, я уже заказал. О, у меня уже есть. О, все. Там же Halo 3, по идее, там что такое замечательное, что там конец всей этой истории, бодяги. Серьезно? Да, я хотел бы, на самом деле, прочитать. Я играть не хочу абсолютно. Вот я в Halo играл, мне понравилось, я честно скажу. Я, правда, не в третий играл, но какой мы там играли, тогда мы долго рубили. Halo 2, по-моему. А, мы во вторую играли. Во втором мне очень понравился, вот, но я не такой большой фанат всего этого. По-моему, нормально, шутер как шутер, блин. Не, он очень хороший, вот. Сейчас должен быть, типа, еще лучше. И это финал истории, то есть вся эта история заканчивается. Я просто хотел бы книгу прочитать по Halo. Типа, как историю, просто как фантастику. Вот, ну, в принципе, с чем мы поздравляем Microsoft, так что они, как обычно, балансируют. Веселые ребята тоже. Здесь на днях, это перед тем, как Halo 3 вышло, все орали, у Microsoft сток пойдет вверх. Сток это, как это по-русски будет? Акции. О. Вот, ага. У них как там стоит уже несколько лет на одном месте. Свистый провал с Halo удача. Точнее, полный успех. Полный баланс. Да, полный баланс. Какой он вверх пойдет? Покупайте акции Гугла. Сейчас Google колонизирует Луну, и все будет вообще отлично. И мы поедем оттуда гелиум доставать. А что ты смеешься, я тебе говорю. И будут канадских труперов, солдат, я имею в виду, посылать на Луну. Я вообще как? Будем там писать. Пиз держать. Я тебе. Вот какое твое мнение вообще, кто из Evil Corporation завладеет миром? Apple, Google, Microsoft или еще какая-нибудь, которую я не могу подумать? Ну, давай обсудим. Microsoft катится в попу, правильно? Проблема с Microsoft, что если даже потопить саму компанию как софтвер, как разработчика софтвера. Под PC или ну под хорошо, Google. Они торгуют дешевизной, правильно? Нет, они владеют очень большим процентом других компаний. И они скупают очень все. Даже если ты потопишь саму компанию, как раз компанию по разработке софта Microsoft, то все равно у них очень много патентов и у них очень много акций других компаний. Вот. То есть они просто-напросто уже давно, ну, не потонут они. Ну хорошо, ну блин, Титаник плавает. Нормально. Google пожирает тебя.
Вот на Google я бы, в принципе, поставил. Apple там, они пытаются, да, они крутизну там, они толкают, а-ля песенки, блин, продают и все такое, блин, они... Они слишком еще маленькие, по-моему. Ну да, но они еще, блин, ну, еще молоко не обсохло, блин. Реально борьба, это просто между Google и Microsoft. Google, блин, все-таки информацией торгует, правильно? Да, вот это самое страшное. А ты бы хотел, чтобы кто, какая из этих Evil Corporation захватила мир? Вано Incorporated. Но это не случится, а из этих трех. Из этих трех, ну я не знаю, если я пойду работать в Google, то тогда Google. Я бы ставил на Google, но, блин, страшно ведь становится. Если честно, я раньше думал, какая Apple классная компания, теперь мне становится все больше страшно и страшно. Какой монстр из нее вырастает. Это ужас на самом деле. Ой, какой миленький дракончик, ой, бля. Ой, что же ты выросло. Да ну, на самом деле, что мне больше всего раздражает в этот... О, господи, теперь к нам еще присоединились эти слушатели. У нас уже круче этот. Мы начинаем быть похожими на этот, на радио Ти, где у нас в прямом эфире слушатели. Только этот, они на самом деле отстойники, потому что их все через интернет слушают. У нас жива аудитория. О! Не, у нас тоже через интернет было. Не, ну почему? Вот здесь один слушатель сидит. Ну да. Живой. Другой по скайпу смотрит, бля. Да, нас даже наблюдают. Нас даже через веб-камеру наблюдают. Вот так. Никуда не спрячешь. Поэтому я тебе говорю, блин. Блин, Google, все, захватит. Он уже следит, где ты проституток снимаешь. А, я имею в виду, ну, предлагает проституток местный. А ты смейся дальше. Ты знаешь, что Google вены приезжают в Канаду? Они раньше такое, по штатам колесили, а-ля, давайте снимем, кто где чего. Вот, а сейчас они приезжают в Канаду. Так что совсем скоро мы увидим свои фотографии в интернете. Ой, блин, надо погуглить свое имя. Да подожди, они еще не приехали, но они приедут. Я периодически это делаю, но никогда особо не нахожу ничего. И тому радуюсь. Вот, ну вообще, Apple я не хочу, чтобы он завладел миром, потому что эти суки все closed source. Вот ни хрена нельзя. А Google? Не, ну Google там что-то тебе дает, какие-то там эти, разрабатывать, что такое. Кость кидает, блин. Хотя не все суки. Сойдемся на этом. Так давай же найдем более красивого. Действительно. Я не знаю. Наверное, через 20 лет надо будет откопать Билл Гейтса. Пусть он напишет супервирус, и все нахрен пойдет. Да, посадим его попой на клавиатуру. Пусть там попрыгает. Будет супервирус. На бейсике напишем. В Google, как в объем, то, что он там напечатает. Последнее слово парсера. И вся планета зависнет. Не, ну подумай, если Google дальше начнет там предоставлять какие-нибудь телефонию, блин. А ты зря смеешься, они собираются участвовать в аукционе на покупку 900 мегагерц с этого в North America канала. Так что не смейся. Лажу уже совсем недалеко. Она летит на нас. Кто? Она? Кто? Лажа? Какая лажа? Полная. Нет, это не обычный подкаст. Это 90-й подкаст. Вот, у нас слушатели между собой обсуждают, что это за подкаст. Вот. Да. Вы поделитесь комментариями, не стесняйтесь. Вот. Да. Комментарии. А что ребята так разошлись? А что нам еще? Нам что, плакать от этого? Да. Если уж начнем плакать, то уж пора, блин, прыгать, блин, с моста нафиг. С моста некрасиво будет. Ладно, обсудим это после подкаста. Не, лучше за здание. Будет намного красивее. По крайней мере, на стенах. Ну, надо бы сначала вина набухаться, чтобы казалось, что больше крови. Ну, это мелочи. Так, ладно, давай перейдем все-таки дальше. Так, что там? О, еще один, великолепная вещь. Причем, в принципе... Да, мы скоро закончим. Значит, перейдем, наконец-то, к самой полезной вещи в этом подкасте. Вот, я на самом деле думал, где это применить, и, в принципе, я нашел. Ты когда-нибудь видел вот этих вот очень-очень толстых американцев? Или канадцев? Ага.
И вот, в принципе, вот это устройство, которое, в принципе, можно купить за $200, чтобы оборудовать ваш стандартный туалет, это автосмывальщик. Ты представляешь? Нет, на самом деле, вот ты заходишь... А крышку он тоже сам опускает? Звонок в студию! Да что ты будешь делать? Сегодня у нас что-то ничего не клеится вообще. Клеится, клеит. Да-да-да. О, пишет. Господи, опять. Пришли на кегер. О, господи, как они задолбали пить и курить, а? Так, дальше. Так вот, ты представляешь, ты заходил когда-нибудь в Subway, в эти маленькие узенькие туалеты. Там развернуться ведь нельзя на самом деле. No. И там еще стоишь полусогнутым. А ты представляешь, вот такой вот огромный дядя зайдет в этот туалет. И как он смывать будет? Ты вообще представляешь на секунду? Они вообще смывают? По мне, как ты зайдешь туда, так... Вспоминаешь русский туалет, блин. Нет, ты зря. Здесь в ресторанах, ты знаешь, по сравнению с русским туалетом, ну ладно, здесь фрикинг хейвен. Так что... Ладно, здесь намного лучше, но иногда все-таки заходишь и там... Вот. Как говорится, не льсти себе, подойди поближе. Это тоже. Вот. В общем, довольно-таки такое классное устройство, которое, я думаю, в принципе, можно прикрутить куда угодно. Вот, в принципе, покупается конструктор Лего, вот, с которым, помнишь, мы тогда еще игрались немножко. Вот, и, значит, все это дело приворачивается к туалету. И ставится сенсор, это глаза этого робота, на туалет. Вот. Жопа встала. Сливаем. Фотки мы вам мы не вам пришлем, это все будет в шоу-ноцах, опять же. Советую посмотреть. Вот. Ну что, наконец-то мы дошли до последней темы. Вот, так что получил я наконец-то этот iPod Touch, который я заказывал несколько недель назад. Туч. Тучный вот. Твой iPod, блин, такой. Да, вот что ты о нем думаешь? Я еще ревью на нее не написал на сайте, вот. Ну, я сперва подумал, потому что это, когда получаешь, всегда все так классно и все. Надо попользоваться так, а потом уже что-нибудь писать. Ну, вот какие у тебя первые впечатления? Ну как, ничего, тяжеленький, убить можно, я думаю. А другие у тебя есть позитивные впечатления? А, ну позитивные, красивый большой экран. А ты думаешь, на нем читать удобно? Читать? Сомневаюсь. Вот, например... Сильно, ну как ни крути, все-таки, знаешь, видеоклип посмотреть круто. Круто, я бы сказал, блин, просто круто. Вот, музыку, я думаю, тоже будет прикольно. И там, ну я не знаю, там, знаешь, расписание составить и так далее, тому подобное. Красиво, знаешь, пальцем потыкал, блин, по экрану, хорошо. Кстати, впечатляет технология, не правда ли, тыканье? По экрану. Да, довольно-таки хорошо. Еще, конечно, не совершенно, но это у меня там не с первой попытки оно тыкалось, но я даже очень-очень даже впечатлен. Вот, но, а что касается чтения имейлов там и так далее, тому подобное, ну, блин, не ломайте глаза, честное слово, сядьте за компьютер. Ну, имейл еще прочитать можно, вот если что-нибудь, смотря какой, если большой, то да, читать бесполезно, конечно, я согласен. Вот, я там посмотрел, и, в общем, впечатляет. Вообще, девайс впечатляет. Действительно, очень удобно, музыку удобно прослушивать, фильмы офигенно. Вот, что у него еще хорошего-то есть? Достоинства какие у него? Да он маленький, плоский, хорошо, прям. Офигенный. Вот, YouTube работает безотменно. Вот, Wi-Fi у него, конечно, не сильный сигнал, но ничего, хватает, в принципе, на все это дело. А, что там еще полезного есть. Самые неприятные вещи в этом iPod, одна из которых, например, у вас есть календарь, в который вы не можете с iPod набивать записи. Непонятно, почему они туда это не инкорпорировали. Хотя адресную книгу ты можешь заполнять без проблем. Вот, я пробовал, все работает. Вот. Кстати, я клавиатуру там не пробовал. Нет, клавиатура неплохо работает. Единственное, что неприятно, это у них, значит, в настройках, они там уже пойти в настройках, какие-то можно что-то там включить, выключить. И там нету опции, чтобы вот это вот не было там словаря, который справляет. Например, я что-нибудь пишу, например, я искал этот, смотрел этот на нем ралли, где Лада участвовал, пишу Лада. Она там во что-то другое предлагает другой вариант. Соответственно, если ты быстро печатаешь, что, в принципе, там возможно. Да, заколебывает. Да, ты нажимаешь пробел, он тебе исправляет ее. Там получается Лана или еще что-нибудь такое. Вот, что, в принципе, неприятно. А тыкать каждый раз, говоришь, не исправляет, это немножко, не очень конвиниент.
А в настройках этого нету. Лажа. Ну да, для среднего населения Канады, я думаю, будет очень даже неплохо, так как они используют только английский, английский, английский. Да. Вот. А когда пытаешься что-то вбить, то, что не очень вписывается в нормативы, а-ля русская машина, вот, оно такого понятия не имеет. Вот, дальше iPod идет, в нем есть русский язык, он русифицирован. О. Сразу. Вот. Но нету русской раскладки. Есть другие раскладки. Есть польская, есть еще там. Там достаточно такой неплохой список раскладки разных клавиатур, угу. Но русской нету. Вот. Лажа. Реально. Да. Батареи, я не знаю, насколько их хватает. При полном юсаче на целый день точно не хватит. Если слушать музыку, то там экран все равно выключается. В итоге у тебя получается, там они что-то писали около 24 часов музыки. Угу. Верю. Не тестировал, но верю. И около 5 часов фильмов. Ну, сомневаюсь, но я думаю, где-то там к 4 дойдет точно. Не, ну, ты раза больше 4 часов сможешь пялиться в этот маленький экранчик. Тоже правда. Ну, в конце концов, ну сел ты на автобус, блин. Включил, полчаса ты проехал на автобусе, ты там посмотрел пару клипов. Нормально. Да, я согласен. Нафига тебе больше, чем это самое, ты только себе глаза сломаешь. Да, вот. Смотрел в интернете, есть, значит, для айфона, на самом деле, не для айпода, это вообще отдельная история, для айфона есть этот e-book reader, типа там, чтобы читать книжки. Угу. Считаю, что лажа, если только там не крупный текст, офигенно. Да, то но есть, опять так... же, ты скроллить будешь и вообще... Да, что мне, в принципе, хотел бы посмотреть на имплементацию, но, в общем, такая сомнительная идея. Я пробовал читать с Sony e-reader, наверное, угу. Кто-то там. Вот. У меня он, кстати, сейчас дома валяет, мне его надо перепрограммировать опять. Ну, там баги с русским этим. Я первую русскую прошивку поставил, ну, там, в общем, непонятно, почему подвисает. Ну, неважно. На Sony e-reader намного легче, лучше и вообще офигенно читается. На этом маленьком экранчике идея крайне сомнительная. Вот. А теперь самое классное из всего этого. Вот. А самая большая маза в том, что, значит, я смотрел программы, которые можно ставить на iPhone. Mm. Вот. В итоге я посмотрел... Там... А, это же Web 2? Да, там разные программы, там игры есть, есть WinC даже, и там, там уже очень много всего есть, люди пишут. Вот. Но самый большой прикол в том, что там, значит, стоит, тебе надо перепрошивать все это дело, а прошивки 1.1.1, которая стоит и поставляется вот на данный момент с этим iPod'ом, там такой прошивки нету. В итоге... Облом. Да. Вот. Но есть хорошая новость. Как говорится, у меня коровы нету, пусть у соседа сдохнет. Вот. А у айфона, наконец-то, они выпустили всю ту же самую прошивку 1.1.1. Вот. И все те ребята, которые себе повзламывали айфоны, в принципе, имеют полное право. Вот. Apple сказал, что раз вы их подломали, гарантия типа voided, а-ля аннулируется. Ну, да. Да. Вот. И в итоге после прошивки возможно, что у вас телефон навернется. А уже не позаботится, чтобы он навернулся. С новой этой прошивкой. Вот. В итоге позитивная новость здесь, значит, одна, что если теперь взломают iPhone, то, скорее всего, будут ставить программы, опять же, пользовательские, угу. То то же самое будет и для iPod Touch. Вот. Потому что одна и та же прошивка. Вот. А негативно? Ну, а негативно, что если они не взломают. Хотя, я думаю, это дело времени. Дело времени, действительно. В конце концов, все сломают. Вот. Еще одна офигенно классная лажа по поводу этого iPod'а. Вот, то, что когда заходишь, ты подключаете... Вообще, на самом деле, синхронизация офигенная. Ты можешь этот iPod вытаскивать прямо не нажимая кнопку Eject. Ты его просто вытаскиваешь, да. Вот. Лажа в другом, что, значит, когда ты подсоединяешь этот iPod, там очень назойливо тебя просят зарегистрироваться. Как же говоришь, register later, каждый раз, когда ты подсоединяешь iPod, он тебя спрашивает зарегистрироваться. Ты можешь дальше жать на эту пимпочку и регистрироваться позже. Но это начинает сводить с ума, и это очень большая лажа. Почему вообще мы должны регистрировать чего-либо? Да, в конце концов, ну, елки зеленые, дайте хоть немного, блин, частной жизни, а? Вот. Так что... зачем регистрироваться, ну? Не знаю, ну, видимо... Ненавижу, когда... О, блин, ты принтер купил, зарегистрируй. А я там зарегистрирую, что я Зимбабве или что-то такое там.
Хотя они здесь по айпишник это дело отсылает, пробьют, конечно. Ну, не важно. Ну, какая фиг разница, блин, мне просто неохота мараться. Тоже верно. О, ну столько чуваков купил наши принтеры. Это все бизнес, это все статистика и маркетинг. То есть здесь уже не убежишь. Кстати, по поводу маркетинга, по-моему, этот Amazon наконец-то начал двигать тазом. И потому что я последнюю новость слышал, Amazon предоставляет сервис, в котором ты можешь покупать, во-первых, DRM-free, то есть вот это, без этого Digital Right Protection, или как Management, ёшкин кот. Вот. И в итоге еще ко всему тому, ведь многие люди сейчас пользуются iTunes, очень многие пользуются iTunes. Uh-huh. И, значит, до этого была немаза в том, что, типа, вот, надо ручками добавлять, если ты песни. Ну, ты знаешь, для нас, может быть, это ерунда, а для некоторых это большой хасл ручками добавлять. Uh-huh. Что, в принципе, я понимаю, знаешь, общаюсь с многими необразованными техническими людьми, которые заходят в интернет. Технически необразованные, извиняюсь. Uh-huh. Вот. То, в принципе, знаешь, видишь, что действительно нужна какая-то автоматика, convenience нужна. Не, ну да, в конце концов тебя же просто заколебет это все дело. Вот, и лучше, самое лучшее, что они сделали какую-то маленькую программку, которая ничего не делает на том компьютере, кроме как просто добавляет и регистрирует всю твою музыку в iTunes. То есть ты покупаешь, она тебе сама скачивается и туда добавляется. А, так у тебя еще одна программа, которая висит у тебя на компьютере. Нет, вот в том-то и проблема, что до этого Amazon тоже, типа, продавал это дело, но там у них, правда, было DRM-овское все это дело, но там была действительно программа, которая сидела, что-то отправляла, загружала, в общем, мудачень. Эта программа специально сделана для того, что она, значит, после скачивания, все, что она делает, насколько я понимаю, то ли она сама скачивает, то ли, ну, я не знаю, как она точно скачивает, но идея в том, что она сама добавляет песни в iTunes и выключается. Она ничего не делает, она просто вот создана для того, чтобы люди не морались, что ты просто нажал с Амазона, тебе все загрузилось и добавилось, все само. Ух ты, красиво. Наконец-то кто-то догадался всунуть пилюлю этой Apple. Вот. Я, конечно, Apple люблю, но lately эта компания начинает быть этот Evil Corporation. Совершенно, конечно, как они этот с айфона всех наебали, это конечно круто. Ну то, что компания-то в принципе хорошая, но, блин, ну не надо, блин, всем мозги. А ты знаешь, хорошая корпорация не бывает, да. Good corporation, dead corporation. Вот. Ну ладно, давай заворачивать, мы уже и так тут наговорили. Да, уже час 7 минут. Скажи что-нибудь хорошее, пиво кончилось, вот, на кек-партию я, наверное, не пойду. А ты хочешь пойти на кек-партию? Ни в коем случае. Ну там же будет много обкуренных мальчиков, девочек, и пиво, как обычно, привезут мало, и в итоге тебе достанется только один стакан, за который ты отдашь $10. Тебя разве не прет такая перспектива? Офигенно не прет, особенно то, что я тебя поправлю, что там будет очень много укуренных мальчиков, никаких девочек за исключением, на которых ты... Пидорасов! За исключением девочек, на которых ты смотреть не заходишь при данном количестве пива. Вот, ты заплатишь $10, блин, потолчишься там в очереди и все, и пойдешь домой с пустыми руками. Да, и не опустошенными баками. Да. Ну так вот, что хорошего сказать? Пожелай чего-нибудь хорошего и такого, ух, нашим слушателям. А чтоб у вас интернет не выбивал никогда, особенно при рейдах. Да, это правда, неприятно. Очень. Вот. А вообще, ты знаешь, я скучаю по iPod Shuffle. Че так? Я не знаю, я его одевал на уши вместе с наушниками. Угу. Ты нажал кнопочку, и все играет. Ты выключил, и не играет. И простота. И нету никакого дисплея, куда тебе еще надо пялиться. И не надо пальчиком возюкать по этой штуковине. А тут бандурина все-таки, а? А ты знаешь, я не знаю, я, наверное, его потом как-нибудь толкну нафиг. Я не знаю, у меня политика такая. Ты слушаешь музыку, блин, купи себе шафл и не марайся. Ну нафига тебе дисплей? Ну нафига? Пришел домой, посмотрел на компьютере этот. Дисплей, я об этом думал. Я очень об этом думал, почему нужен дисплей. И это нужно для больших городов, как, например, Торонто или Москва. В котором ты выходишь из дома, и тебе часа два ехать до работы. В итоге ты выходишь, ты хочешь послушать музыку, задолбало, ты можешь послушать подкасты, задолбало, ты можешь посмотреть видео. Через два часа ты приезжаешь на работу, и все тип-топ. И я тебе честно скажу, в Москве, например, я не знаю, как сейчас, но на то время я бы не доставал свой лэптоп.
в метро или где угодно. Я тебе честно скажу. Да, действительно. А то у него ноги вырастут очень быстро. Здесь это нормально. В автобус заходишь, можешь лэптоп раскрыть, да пофиг чего. Да, приходишь в класс, блин. Да. Открыл лэптоп, закрыл лэптоп. Так что это где-то, конечно, конвиньент. Но что-то внутри скребет по старому доброму шафлу. Может одна быть... кнопка. Да, одна кнопка. Может, это... я к нему, кстати, еще вернусь. Я его еще не продал. Вот. Я вообще начинаю, у меня такая идея смутная насчет его продавания. Я думаю, может, iPod Touch лучше продать, чем этот. И самое лучшее, господа, этот долбанный iPod Shuffle не надо регистрировать. Да. Это самое лучшее и приятное. Вот. Ну ладно, будем и заворачивать. Так что, да, кто-нибудь напишите нам джингл, или кто-нибудь, может, нам поможет все-таки. Да, присылайте беломоры. Присылайте беломоры. А то сигареты у нас заканчиваются. Травы не надо, мы не курящие. Да. Таких вещей. Вот. Трава это говно, не трожьте, блин. Будет хуже. Да. Козленочком станете. Ой, ну что. Все хорошо, спокойной ночи. Солнечный круг, бляди вокруг. Но. Нет, там не так пелось? Нет, совсем не так. А как там пелось? Встаньте, дети, встаньте в круг. Вот. И может быть я все-таки выложу это видео. Хоть бы только видео нормально. Надо вот потом проверить сейчас. Да, сейчас мы сгоним всех и пойдем проверять. Ну все, удачи вам. Все хорошо. Пока. Ой, блядь. Так, подожди, сейчас еще раз попробуем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Look, I'm your father. Ой, блин. Так, ладно, еще раз. Блять, вы заебали. Ну серьезно, ничего, вы не можете подождать секунду, пока бутылку откройте. Ну дайте уже записать. 28-й.